Губернатор Лев Кузнецов доложил президенту Владимиру Путину о ходе заявочной кампании на право провести в Красноярске Универсиаду 2019. В Казани Путин встретился сразу с тремя главами регионов страны: президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым и руководителем нашего региона. Перед заседанием они осмотрели спортивные объекты, построенные там к Универсиаде: дворец водных видов спорта, центр гимнастики, академию тенниса и футбольный стадион, где пройдут церемонии открытия и закрытия студенческих игр. На официальной части встречи президент положительно оценил темпы строительства столицы Татарстана и общей подготовки к международным соревнованиям, а также отметил важность проведения всемирных студенческих игр для страны. Всемирные универсиады не менее значимы, чем Олимпийские игры или чемпионаты мира. Это главный спортивный и студенческий форум планеты. Состязание тех, кто, возможно, в недалеком будущем составит костяк национальных сборных. Поэтому принять у себя такой форум – большая честь для любой страны. И это не только знак признания ее авторитета в международном сообществе. Главное то, что подобные соревнования приносят долгосрочные, позитивные, социальные и экономические дивиденды. Нам это дало возможность посмотреть на Красноярск другими глазами, на его качество жизни, организация инфраструктуры, его общей среды обитания. И вот как раз опыт Казани позволяет переосмыслить и понимать, что универсиада проходит, а город, в котором живут люди, в котором развивается, он остается. И от того, каким он будет, от этого во многом зависит и перспектива, и успешность развития других проектов.